Не спонсируйте жестокость. Таким призывом зоозащитники обращаются к горожанам. В ближайшую субботу они вновь намерены протестовать против использования зверей в цирковых представлениях. Причем речь идет как о диких, так и о домашних животных. Акцию планируют начать в 3 часа дня на Коблевской под Одесским цирком. Возмутила зоозащитников очередная шоу-программа с животными. И это после скандала с краснокнижными медведями и запрета проводить выступления с участием диких животных в Одесском цирке. Акция призвана каким-то образом привлечь внимание к тому, что государственные учреждения не считают нужным, возможным и игнорируют все те документы, которые выписываются в их адрес. По нашему разумению, это неподобство надо останавливать. В мире столько агрессии сегодня, и получать удовольствие от страданий живых существ, мне кажется, это не цивилизованно. Не устаю повторять, 44 страны мира полностью отказались от использования животных в цирках. 44 страны, причем среди них очень много благополучных стран с достаточно высоким уровнем развития. Нас иногда упрекают в том, это на самом деле манипуляция, что мы покушаемся на чей-то бизнес. Поэтому повторяю, мы не против цирков как таковых, мы против использования животных в цирках. Это разные вещи. Шоу-программа идет в цирке уже месяц. Акция протеста запланирована на предпоследний день выступлений. В Одесском учреждении отмечают, диких животных не используют. В представлении якобы участвовали утки, куры, собаки и лошади. Однако в их же перечень попали две носухи – совы, большой орлан и аисты. Связаться с директором цирка у нас не получилось. В учреждении сообщили, что он сейчас в командировке.